Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке, и на моем канале я вам делаю обзоры на сумочки. Сегодня, во всяком случае, будут сумочки у нас только. И каждую из этих красавиц вы можете приобрести, если напишите мне в WhatsApp, который всегда в описании ролика. Сегодня новость такая, что прошли экстра скидки. Я не делала вам видео, потому что я не ездила в магазин, не приезжала сюда. Но все, что осталось после экстра скидок, было до этого 30%, и потом 30% были экстра скидки. Оно по деньгам чуть-чуть получается побольше, чем вот сейчас они на остатки сделали 50% скидка. И сюда попадает, в общем, все, что есть на 50%, брамин, коуч, много интересного. Есть Патриша Нэш, я вам все сегодня покажу. Итак, погнали! Итак, скидочная витринка Brahmin пока выглядит вот так, но она добавится сюда, они поставят это все на 50%, я не знаю, может быть, на нижнюю полку скоро соберут, потому что еще продавец вот работает, она там наклеивает стикеры, и здесь добавится на 30% какие-то сумочки. Я вам, скорее всего, в конце видео это прикреплю, но пока их нет, еще не хватило у нее времени, она следующим заходом сказала мне, что это сделает. И я вам тогда покажу, что появилось здесь. Но я не думаю, что на 30% вам интересно, потому что недавно были скидки на все модели по 30, поэтому мы рассматриваем сумочки, которые остались на скидках 50%. Очень шикарная скидка. Такой даже на сайте нет, потому что на сайте последняя скидка 30%. На сумке, во всяком случае, Brahmin и Coach, потому что Патриша Нэш иногда попадается со скидкой 65%. 157,50 – это я вам называю цену уже 50%. То есть от новый ценник была на 315. И такая этот ценник я называю уже скидочный сумочки. Так, это у нас был Эшер, комбинированный с цветом пекан. Это у нас Кати. 197. Нет, просто 97,50. Да, потому что она стоила 305. 195 она стоила, 97,50 сейчас ее цена. Вот такие кошелечки в черном и в пекановом цвете. 62,50. Ну, они такие больше как монетницы, что ли. В них не очень удобно носить наличку, но здесь очень много слотов под карточки. И вот такой отдел под монеты, и есть еще отдел под замочком с этой стороны. Вот, потому что есть еще малыши кошельки вот такие, но они уже идут как вот такие портмоне с отделом для наличных денег. То есть здесь этого нет. Второй такой черненький. И здесь Эшер вот в таком цвете. 157,50 комбинированный. Так, осталось две Амелии малышки. Немножко разные. Вот этот вот змеиный такой вариант под питона. 57,50 кошелечек. И эта малышка Амелия. 162,50. А эта малышка Амелия. 142,50. Рюкзачок из гладкой кожи. Браминовский. 192,50. Но я вот здесь вот вижу царапку. Вот вам ее видно? Вот она. То есть, значит, царапается эта кожа. Да, вот здесь вот тоже царапку видно. Так, такой же точно кошелечек. 87,50. И а вот эти модельки. Под питона 107,50. Этот Эдди кошелечек на кнопочке с замочком с этой стороны. Эшер, это будет средний Эшер. Тот повыше был маленький, этот средний, бывает еще крупный. У этого среднего нет длинной ручки, удлиняются только вот эти ручки. Но это мы с вами все знаем. 192,50. И Ингрид, ты у нас Ингрид, по-моему. 222,50. Так, это по Брамину все у нас по скидкам. Пойдемте посмотрим, что в коуч. В коуч начну вам обзор вот с этой Чарли, потому что ее в канвас, эту Чарли, спрашивали уже неоднократно. Получается, у нее цена
187,50. Я ее отложу до завтра. Я уже договорилась с продавцом, потому что я знаю, что кто-то из вас ее заберет. По-моему, кто-то у меня ее даже спрашивал. Но я не помню, кто спрашивал, поэтому кто первый позвонит, тому я ее и отдам. Вот, отложу до завтра, потому что я завтра собираюсь приехать все сумочки здесь забрать, которые вы захотите купить. О, посмотрите, Касси в таком цвете попала на скидке. Так, сейчас проверим это все. Пока вот Чарли со скидкой 50%. Пока доступно. На момент съемок доступно. Так, по коуч. Вот эти сумочки, сейчас я их поближе рассмотрю. Ну, написано 50% скидка, но они отмаркированы. Вот там вот 25%. Нужно будет только по цене посмотреть. Я вам буду красный ценник называть. Если где-то перепутали 25 с 50, но я думаю, мы определим это. Есть немного сумочек вот здесь за 40% скидки. Вот здесь две сумочки с 40% скидкой. И там еще у них есть один стол со скидкой 50%. Я тоже его посмотрю. А пока пошлите смотреть, что здесь. Итак, со скидкой 50%. Вот такая красавица. 147,50. Так, ну вы знаете, как я считаю. 6% налог мы с вами на кассе заплатим в любом случае. Это Харли, вот эта сумочка. И 15% мой интерес. 197,50. Это красавица. Ой, хороша. Необыкновенно. Ой, мешается моя сумка. Вот такая красотка. Так, это Харли. Джинсовая, комбинированная с кожей. Приятная такая. А где твой ценник, дорогушечка? Вот он. 187,50. Так, Жаде. Красотка. 197,50. Это вот у нее замша вот такая вот. И здесь вот такая синяя замша красивая. Ребят, ну со скидкой 50% это, конечно, сказочная цена. 595 она была. 197,50. Сейчас мы закроем замочек. Он хорошо закрывается, просто она там набита. Они еще ремешок туда всунули, длинный ее. Да, вот он притягивается, хорошо закрывается. Мы с вами Жаде знаем. Вот такая вот красоточка. Так, дальше идем. Ой, ну тут прям вкусненькие такие сладости. Касси 175. Ребята, кому расцветка нравится, прям волшебная. Лорочка. Интересно, год назад мы первый раз такую покупали по полной цене. Вот сейчас можно ее со скидкой 50% купить. Или уже, или полгода назад, не помню. 197,50. Помню, Роза в Казахстан первая ее купила. Эту красавицу Лору. Так, и вот еще две Чарли в одинаковой расцветочке. 187,50. Но Чарли мы с вами знаем, что у нее нет кармана под замочком. И, по-моему, нет вообще никакого кармана. Здесь, да, только вот перегородка вот эта. И вот эти замочки-вертушечки. Вот такая комбинированная цвет. Кроссбоди. С такой средней ручкой также. Вот такая Чарли. Так, поднимаемся выше. Так, вот этих красавиц я по именам не знаю, кроссбоди. 225 ровно. Вот такие они. Ну, сейчас я вам одну покажу, как она на человеке смотрится. Так, коллекция 1941, потому что брелочек с кареткой, с лошадкой. Такая кроссбоди, красавица, под замочком, кармашек с этой стороны, кармашек с этой стороны и замок. И такая же точно
вот в таком цвете. Так, а у это лицо, где вот это лицо? Но здесь ничего нет, но брелки есть с каретками. Нам, кстати, одной девочке нужен брелок, но нам цвет не подходит. Так, а цены ваши где, девочки? Вот они цены. 197,50. А вот это получается подороже. Вот из-за этого, что ли, 225. Так, вот эти красоточки. Ой, как хороша. Необыкновенно хороша и мягка. Такие прям подушечки, смотрите. Чувствуете, какая она мягенькая. 247,50, а цена ее была 495. Такая цепочка у нее классная на ручке. Замша горчичного цвета. Ну, а девчик, мы такие сумочки с вами знаем. Ну, сказка, сейчас я ее на себя приложу. Улыбка Мона Лизы. Так, это кроссбоди, кожа обработанная воском, которая 97,50. Это мягкая зернистая кожа, косметичка 37,50. Так, и вот эти, значит, только 25%, 221,25. Вот такие красавицы кроссбоди. Вот это у них и ручка, и декоративная цепочка. Да, 25%. 295 стоили, 221,25 сейчас. Вот такие это кейсики. А мы с вами вот эту хотим же приложить на себя. Красавицу. Так, вот это, видите, это серия Coach New York. Брелки выдавленные. Coach New York написано. Можете носить на короткой цепочке двойной, либо на длинной, как кроссбоди, если вам так будет удобно. Блин, летняя красавица, вполне вместительная. Так, ну, девчонки, продавцы бегают, работают, а мы уже с вами продолжаем делать ролик. Этот стол Coach и этот стол 50%. Вот эту сумочку мы только что рассмотрели. Есть еще Харли вот такая 197,50, вот в таком бордо цвете с черной подкладкой. Эту мы тоже рассмотрели. Вот это кожаная Coach Crossbody. Морковный цвет такой. Коллекция Нью-Йорк. Ручка регулируется вот так. Где ваш ценник, девушка? Ценник спрятался внутри, $125. Кармашек под замочком с этой стороны есть. И кармашек с этой. Вот такая приятненькая кроссбоди. Так, шоперы. Так, шоперы, цену не вижу. Это кожа вот такая вот, которая у них, как это назвать-то, вот это вот воском обработанная. А почему цена-то у этих шоперов? С косметичками они. Так, вот есть с ценником один. 350 они раньше стоили, 175 сейчас. Вот так вот эти косметички сюда крепятся. А, и вот здесь они на кнопочке. Так, цвета вот такой. Вот такой, вот такой и вот такой. Это большие шоперы. Так, кроссбоди. Вот такие. Ну, это какой-то вот эта кожа, она похожа как канвас. Это, наверное, канвас и есть. И это, значит, тоже канвас. Нужно сейчас уточнить. 295, 147,50. Вот эти малышки Равены. И на этом столе еще
Вот такая сумка. Ну, крупная, как шопер, но с замочком. Ну, не такая крупная, чуть-чуть помельче. 97,50. Вот она с размером чуть меньше этой. Так, наверное, вот так, если ее сравнить. Вот видно, что чуть меньше. Так, и тканевые сумочки. 147,50. 97,50 и 72,50. И вот эти сумочки Кайманочка нам делает скидочку, налепляет на них 30%, пока вот эти без скидки стоят. Но из Пекана сюда попала вот эта малышка, две маленьких Камилы и три крупных Камилы. Это все, что есть из Пекана. В черном цвете тоже крупная Камила и маленькая Камила. Вот этот летний цвет попал на скидку 30%. Если на них лепят ценники, значит, они уже дороже никогда не будут. Значит, их следующая судьба будет экстра скидка. Ну, до экстра скидки я вам уже их не смогу купить, потому что я уеду на тот момент. Ну, вот они недавно были уже на скидке 30%. Не знаю, были ли они кому-то интересны. Ну, вернее, если бы они были интересны, вы бы их купили. И теперь они снова со скидкой 30%. Будем ждать экстра скидки на них. Что-то все равно до нас дождется. Так, ну, по Коучи, по Брамин у нас с вами обзор закончился. Прям хоть отложить, что ли, эти сумочки. Девчонки, мне кажется, что они вам-то нужны будут. Такие кроссовки, кто-то их сейчас захочет. Ну, если захочет, будем надеяться, что они нас дождутся. Пойдемте посмотрим, что есть в других брендах. Здесь вот Fossil стоят 30% ценники. Но это временные скидки, потому что они не сделали маркировку. То есть вот от этой цены просто на кассе вам дадут 30% при оплате. Но потом, когда они это уберут, опять все будет по полной стоимости. А нас с вами интересует, смотрите, Patricia Nash здесь отдел. Вот написано Patricia Nash. Новая коллекция появилась, новые цвета. Вот такие красивые цвета. Это все по полному прайсу. Здесь нет нигде никаких пометок со скидкой. Так, вот еще можно рассмотреть поближе. Это не кожа, это плетеные такие сумочки. Так, ну и кошелечки такие тоже есть. А мы с вами пойдем посмотрим. Там вон я вижу скидки 50% на Патришу. Здесь это все без скидок. Вот здесь совсем пустые витрины. Ну, вы не смотрите на то, что бардак, потому что девчонки после выходных, после экстра скидок разбирают. Ну и в это время мы с вами тут и шуршим. Hello! Девочка помахала, мне извиняюсь, крикнула ей громко. Так, вот эти вот сумочки Патришкины, они на скидке теперь у нас, вот смотрите, 50%. Значит, они уже отмаркированы, и ценники у них уже 69,50 таблетка. Три кошелечка. Они любят спрятать ценник, это просто что-то. 59,50. Это вот кошельки, которые вынимаются вот отсюда, у них вот эти еще части, то есть он такой двойной, он будет на магнитике. Но я вам показывала много раз, да, что вот эта часть вынимается, и у нее здесь есть отдел под наличные деньги, отделы под карточки, и он сам по себе на магнитике. И когда вот эта часть вставляется вот в этот отдел, то вот этот магнитик, он также срабатывает уже через кожу. Вот, то есть он уже так же точно срабатывает. У этого должна быть цена такая же. 59,50. Так, вот эти кроссбоди от Patricia Nash. 89,50, два цвета.
вот эти 84,50, рюкзачки, отсечники. $29.50. Так они что, 55 стоили? Я думала, они 38 стоили. Нет. Раз 29,50. Ну, это прям малышечка, малышечка. Так, ну вот эти вот кроссбоди. Вот такие нам с вами нравились. 149,50. Вот такие вот закладываются, которые карты Италии. Italian Map. О, нет, нет, нет. Да, Italian Map, это значит коллекция. Правильно, это вот открытка. Это не карта, это открытка. Так, карта там другая, там карта Италии, а здесь почтовая открытка. Такая кроссбоди. 89,50. Такая кроссбоди. 84,50. Так, вот эта сумочка от Patrice Nash. Кроссбоди тоже с длинной ручкой. 114,50. Вот эта сумочка. 99,50. Клатч. 64,50. Цепочка у него есть, вот сюда крепится, она там внутри. Так, это еще один. Так, вот такие сумочки мы с вами знаем. Вот в розовом цвете 114,50. Но это тоже будет 114,50, но цвет вот такой у нее. И это же витрина Patrice Nash, но с обратной стороны. Вот эту мы уже смотрели там, по-моему, да? 89,50. Вот такая маленькая кроссбоди, но очень удобная, вместительная. А ценник у вас, девушка? 64,50. Так, вот такая сумочка. Это вот плетеночка. Я не знаю, может, это модно и вы хотите. 74,50. Вот такие плетеные барабаны. 89,50. Вот это деревянная, а это какая-то лоза. Вот такие же барабаны плетеные. 99,50. Вот я не помню, чтобы вы их у меня заказывали. 124,50. Я тоже не знаю, как к ним относиться. Это модно или что? Так, вот такая малышечка. Не совсем прям малышечка. Как моя Даксбери, наверное, по вместимости похожа на это. 74,50. Вот в таком цвете. Вот такой рюкзачок от Patrice Nash. Еще здесь кармашек под замочком. 114,50, но он не крупный такой. Комбинированный с коричневой кожей. Так, вот эта сумочка. 114,50. Так, вот такая приятная Патриша. Довольно-таки вместительная прям. Сейчас цену найду. Вот она. Вот здесь кармашек. 149,50. Приятная. Добротная такая кожа. На ощупь приятная, но как будто такая гладенькая, что ли, чуть-чуть. Кто вот такие заклепочки любит? Длинная ручка есть внутри, значит, она наверняка регулируется, как у всей Патриши, потому что вот есть кольцо для этой ручки. Так, вот такой мешочек. 99,50. И вот такие шоперы. Два целых штуки. С замками внутри. Вот замки есть.
124,50. Так, здесь фурла без скидок, но ее невыгодно покупать у нас в Америке, потому что она в Москве вам по такой же цене получится. Так, здесь 50%, но здесь простенькие сумочки Calvin Klein стоят. Вот, ну, приблизительно вам покажу. Вот эта кожа хорошая такая, приятная. 134. Вот это канвас. Плотная, 89. Ну, есть еще вот такие. Два шопера черный, белый. Они разные. У них ручки. А ты, по-моему, у нас... А ты у нас Ralph Lauren, скорее всего. Этикетка твоя похожа, да? Ой, мягкий такой, приятный. Белый, 147,50. Вот такие шоперы. Так, здесь что? Здесь тоже Calvin Klein Canvas. Вот затесался сюда еще один Ralph Lauren ведерко. $79. Это тоже 50% скидка. И здесь, ну вот этот Donnie Borg какой-то несерьезный. Какой-то и плотный. Но это такая выработка на коже. Ну, честно говоря, смотрится как будто не натуральный. Донька должен быть натуральный. Старый американский бренд всегда из кожи был. 50%. Вот это мягкая кожа. Вот это мягкая кожа. $119. Видите, это, конечно, не Донька. Это Donnie and Borg. Donnie and Borg. Вот как правильно. Простите мне мое произношение. Вот такая вот классная сумочка от Donnie and Borg. С этой стороны Ralph Lauren, плетеные сумочки крупные и мелкая, 94,50. Эти дунечки Donnie and Borg 119. Это так же, как будет белая, только бежевая с коричневым. Тоже 119. Вот такая сумочка. 124. Так, вот такие веселенькие расцветочки, 114. Это тоже значит 114. Вот есть она беленькая, бежево-коричневая и розовая. Здесь со скидкой 50% есть Ralph Lauren 147,50. Вот такие две сумочки. И, ребята, сумки Тахари. Я их до этого не рассматривала никогда. Вот смотрите, две полки сумок Тахари. Ну вот эта ГЭС, это затесалась сюда, не кожаная сумка, дешевая. Не будем на нее смотреть. Вот это кожаная, прям кожа такая хорошая. 89. Вот две таких сумки, прям мягкие такие. Чувствуете, невесомые. И вот эти вот мне интересно, они тоже кожаные. Сейчас я вам их поближе покажу. Цена-то у них 84. Вот такой значок здесь Тахари. И они такие вот, вот такие приятные прям. Так, сейчас посмотрим эту цену. Это вот как те белые, вот эти, но черные. Значит, цена такая же. 89. У этой розовой и черной, которые скругленные, тоже 89, но кожа вот такая вот прям мягкая-мягкая, прям вот даже на хобовскую похожа. Так, здесь у нас ГЭС, не будем на него смотреть, пойдемте вот эту посмотрим, потому что их целых три тут. Так, вынула я из нее бумагу, вот такая вот ручка мягкая. Ну, она вот как будто, вы знаете, вот эта кожа. Но она вот сверху вот... Ой, как это сказать-то? Как будто немного лаковая. Но она прям мягкая и на ощупь очень приятная. Вот такой у нее цветочек тут прилеплен. Вот такой вот красивенький. Так, сейчас вас сориентирую по размеру по ней. Так, карманов нигде нет. Внутри черная подкладка. Вот здесь два кармана. И вот здесь кармашек под замочком.
такое донышко. И выглядит она на человеке вот так вот. Вот. Вот таких она размеров. Вот такая и эта сумочка. Вот. Пойду бумагу назад запихивать. Итак, витрина с Хоба. Алла, мы, кажется, с вами дождались вот эту сумочку. 134 доллара она сейчас стоит со скидкой 50%. Я сейчас Али скину. Я думаю, что она должна ее забрать. Я ее отложу сразу. Вы мне маякните, пожалуйста. Берем мы ее завтра или нет. Вот эти кошелечки по 69. Прям хорошая цена. Так, вот этот. Кожа мягкая, зернистая. Как вот у наших сумочек мягеньких. Вот у этих вот. А у тебя такая же цена, кошелек? 79 у этого. Немножко по-другому, потому что вот такой красивый, вот такой. Такие у него строчечки. А этот гладенький. Так, эти все кошельки тоже со скидкой 50. 44. Так, это тут две сумочки Фрай затесались, они будут царапаться. Вот даже не хочу их царапать, тут уже есть свои царапки, целая куча. Вот такие красотки по 74. Вот из такой же кожи, как моя сумка, голубая, но они вот такие вот малышечки. Вот. Ну, 74 это прям хорошая цена. И хвостики эти мои любимые. Играюсь все время с этим хвостиком. Ну и внутри они прям, смотрите, и вот замочек отдел, и вот эта перегородка тоже с замочком отдел, и вот здесь вот два кармашка. То есть молодцы. И вот такой красивый, вот такая красивая собачка на замочке. Так, что тут еще из Хоба? Вот эти две беленьких сумочки. По-моему, кто-то тоже у меня ее спрашивал. Дианочка, вы? Или я не помню, 114. Вот две штуки есть. Смотрите. Вот такая черная сумка-рюкзак. Нет, да, нет. Нет, это не рюкзак, это не снизу крепится, просто вот эти две ручки. Так, или рюкзак. Нет, нет, не рюкзак, просто одна полудлинная ручка, одна длинная. Но это вот такая матовая кожа. 159. Вот кто-то мне говорил с замком сбоку. Этот не вот с этим замком сбоку вы имели в виду? Так, вот эта сумка крупная. Хоба. Крупный такой шопер. Так, 174, я так думаю. 348 стоило, да, значит, вот эта цена. А то они тут одни на другие ценники налепили. Так. Вот эта красавица кроссбоди, вот такая же, как вот эти белые, только кожа вот такая мягкая, как вот на моей сумочке. То есть вот эта такая глянцевая, гладкая, как вот на тех синих наших сумках, как на Мерлей. Вот она, кстати, Мерлей есть со скидкой 50%. По-моему, она закончилась. 134 доллара она сейчас стоит. Так, эта сумка... 124. Вот мы, по-моему, Диане брали на экстра скидках. На нее было 30 и сверху 30. И оно получается чуть подешевле, когда 30 сверху 30, чем 150. То есть мы с вами правильно сделали, что взяли с двойной скидкой. Но, тем не менее, сейчас вот они остались, две штучки. Так, это 144. Это вот эта сумка, у которой... А, нет, у этой здесь... Это не точно такая же, я вас обманула. У этой вот здесь вот замочек, кнопочка. А у этих-то сумочек сверху здесь нету ничего. Она просто застрочена. У нее карманы. Карман с внутренней части вот такой. А доступ в нее вот через этот замок. Основной доступ. Вот. Ну и закончим мы с вами обзор. Так, идет тетя, давайте заберем. Это наша сумочка, мы хотим отложить. Все, она прошла, пусть постоит здесь, значит. Так, закончим обзор вот с этой стороны витрины.
64. Вот эти красоточки. Вот такие еще есть. Интересно они нам, нет? Не знаю даже. Какие-то смешные. Такая кожа у них, как будто под питона. Какой-то он питон такой интересного цвета, 54. Так, вот это рюкзачочек маленький от Хоба. Цвет черный, вот с этим коричневым глейзингом, который я вам говорю, что придает оттенок коже, 134. Вот этот какой-то для меня непонятный рюкзачок. Может, я не понимаю? Небольшой. Так, вот такая сумочка, тоже с замком сбоку, с замком сверху. Вот здесь она застроченная, основное попадание к ней вот отсюда. 144. Вот эта сумочка тоже сбоку с замком. Черная с коричневым глейзингом, 129. Так, вот такая крупная. Это прям побольше. Ой, какая приятная. Это вот кожа, как вот на моей голубой, вернее, на моей вот этой белой. Вот это вот такая кожа. Ой, какая ты приятная красавица. Давайте сюда положим. 149. А ты у нас чуть поменьше размером и по-другому сделана, да? Ну, тоже на замочке, на магнитном. Но он вот может закладываться вот так. Приложить, что ли, к себе посмотреть. Так, внутри вот отдела с замками, один общий отдел. А у тебя что? Две ручки. Я вот вижу одну длинную, одну, я так понимаю, полудлинную. А у этой только вот полудлинная. Так, у тебя что? Тоже общий, только один отдел. И цена 144. Ну и вот эти непонятные для меня рюкзачки. И вот с этой стороны такие всякие малыши висят по 74. Ой, это Винс кому-то какой-то смешной. Так, ну что, посмотрим, как смотрятся вот эти красотки. Ребята, ну и на этом, наверное, все интересное закончилось. Вот так вот эти сумочки мягенькие, хобовские, смотрятся. 149 вот эта голубая и 144 вот эта. Ну вот мне кажется, что они в зеркало сейчас, в телефон, смотрятся чуть-чуть поярче. Видимо, что свет такой падает. Потому что сами они по себе вот чуть-чуть поматовее, не так, как вот в зеркало. Вот такой вот цвет у них больше, вот. То есть такой приглушенный, не такой вот яркий, как вот там. Ну вот, в общем-то, точно такой же, как голубая, голубого цвета вот такая сумка. У меня где-то она в обзоре есть. А кожа у них одинаковая, мягенькая очень. Вот такой у меня получился обзор. Вы можете мне писать. Я так думаю, что я завтра приеду. Если кому-то какие-то сумки отсюда нужны, то нам не нужно ждать доставку. Я их завтра выкуплю, упакую вечером и послезавтра всем отправлю, если кому-то что-то нужно. Вот, а вы себя, конечно, берегите, пожалуйста. Всем всего доброго. Пока-пока. Ну и давайте уже по-моему, по-якутовски один раз, нифига, не пока, не пока, пока, потому что я закончила, а здесь еще поднесли. 147,50, вот такая вот классная, с такими вот налепками, сумка поясная, комбинированная с Canvas, прям какая-то очень интересная. 147,50, а как у нее застежка работает? Не всегда, а вот, она здесь зацепляется вот на этот. А регулировка происходит вот так. Ремешочек тканевый этот. И появилось тут несколько кошелечков. Вот этот голубой, $75. Так, здесь у него еще отдел. Вот здесь отдел, и здесь слоты под карточки. Вот такой приятный. И вот такие три кошелечка. Эти, по-моему, 70. Я только что доставала, смотрела. 70, да. Но эти на замочке. Размеры такие крупненькие, вот под купюру. Ну, они такие легенькие, аккуратненькие. Вот так вот рука помещается. И еще кое-что сейчас вам из Майкла Корса покажу. Но нет, еще не Майкл Корс. Еще тут вот появились две жадешечки. 247. Так, а ты кто у нас? Какой-то велюр.
Неужели это кожа какого-то животного? Такая нежная, как вот бархат. Ну, это, по-моему, натуральная кожа чья-то. Мягкая такая, приятная. Вот леопарда. Так, сейчас мы тебя примерим. Куда ты убегаешь? 247,50. Такая у нее фурнитурка. И длинная ручка прикрепляется, когда вы это убираете. То есть вот такая вот она. Вот такая. Ля-ля-ля. Обалденная. Обалденная красавица. Так, ну и черненькая, крупненькая. 225,50. Вот с таким кармашком сзади. Ну и внутри она также там вот отдел под замочком, как вот у всех этих Жаде. Это серия Коуч Нью-Йорк, у которой выдавленный брелочек. А причем вот у этой вот такой вот интересный брелок с обратной стороны. Ну и от Майкла Корс уже на закусочку вот этот маленький столик со скидкой 50%. Вот такие вот сумочки. Совсем не крупные, 124. Вот эти вместительные сумки такие, довольно-таки прям приличные, кожаные. И та была кожаная, вот эта тоже кожаная. 149. Вот такой коричневый цвет и вот такой бледно-бледно-розовый. Так, здесь что-то. Так, вот такие кошелечки рислиты по 59. Вот такие малышки кроссбоди по 84. Вот такие кроссбоди сумочки. Вот это кожаная, вот это мягкая кожа. Здесь она все-таки формованная, сама по себе так подразумевает сумка, на какой-то она там основе такой. А вот это без основы, вот такая мягкая. И канвас Michael Kors 99. Целых две таких сумки. И вот такие. С розовыми ремешками и с коричневыми. Кроссбоди. Небольшие. Ой, ну хоть один ценник бы где-нибудь торчал бы. Нет, ведь все заправили. Вкладочка. 198 стоила, 99 сейчас. Вот. И, ну, это такая же, как вот красная, только серенькая и коричневая. И вот это канвас. Прям такой плотный. Ой, цену не знаю. Ладно, посмотрю. Посмотрела, тоже 99, стоило 198. Но теперь точно пока-пока. Нет, не пока. Один момент. Бежим туда. Вот мы с Брамина начали, пока я ходила, ролик делала. Каймана нам все выложила. Вот эта витрина 50, вернее, вот эта полка на этой витрине 50% скидка. И вот они, эти две витрины, уже красиво расставленные, со скидкой 30%. Вот если я какую-то сумочку не захватила, когда вам показывала, то вот они сейчас здесь все выставлены. Обзоры у меня и на большую Камилу, и на маленькую Камилу были. Вот. Ну, как-то все вот так. Теперь точно пока-пока. Ну, простите, так вот мне нравится вам. Периодически возвращаться никак с вами не могу проститься. Всем всего доброго. Пока-пока.